Ну и, собственно, всем привет, ребят. С вами Хэдди. Наварыч. Да, орк Наварыч, который у нас захапал бриллиантик. И, собственно, так как со стрима у нас получились небольшие неполадки, то мы пишем Baldur's Gate, черт возьми, первую часть, а именно, точнее, даже трилогию. Да. Где разработчики совместили все части Baldur's Gate в одну. Ну ты им огромную. Это громко так сказал, разработчики. Не, ну а что хочешь сказать, там же эти люди-то. Ну, не биовары какой-то. Я бы сказал, что это какие-нибудь мододелы. 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 Как оскорбление звучит. Ну и, собственно, да, мы закончили стрим о том, что мы наткнулись на хоб-гоблина. Вот тут. Да, и, собственно... Да, Наварыч испугался, да, сейчас? Я пойду танковать, у меня на два все-таки. Все, сейчас погуй-то. А что блес дает твой? А, плюс... Тхас плюс пасбросок. Ты поставил, кстати, сейчас посмотрим. Так, значит, Тхасу не дает ни хрена. А, Тхас. А, так. Тхасу дал, да. Тхасу против дал, эффектов точно. Страха на плюс один боли. Это увеличивает их атакующие броски на плюс один. Заклинатель выбирает расстояние. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, еще плюсы от эффект страха дает пасбросок. Давай, срубай, пойдем. Сейчас я еще Эмоэн управляю. Так, да главное не лезь так, чтобы я в него ломанулся. Okay. Я все, я тыкнул. Ох, твою мать! Ё-моё! Давай, так. Молнию, чё. А, габлотой снес. А чё их так много-то? Ну, как бы переделано это. И что-то убегаем. А ты сохранился? Сохраниться. Ау. Так, минус один. Так, подожди. Оп, вижу. Знаешь, что мне нужно? Мне нужно пройтись. По-моему, они же воюют этими. Кем? Полторашками. Нет, блин. Не знает. Ты кастуешь, да? Да. Я не могу подойти, блин. А-а-а, как обидно. Ладно, тогда я фигачу толпы перед тобой. А может отсюда смогу подойти? О, погодь. Наварыч тебя бьют. Да сейчас погодь, сейчас разберемся. О, полуторный. Ты подобрал во время боя полуторник. Да. Секунду. Полуторник мне. Шлем. Посмотрим. Так, 14. Я в жопе, кстати, в полный. Ну, давай, Орче. Опа. Отлично. Ха-ха, я тыкнул. А, я же должен отпустить. Так, стой. Так, Эмоин, передавай, найти хилки. Три штуки. Так кинул бы мне в слот прям. Блин, ну, у меня не было времени на это. Ладно, давай одну-то зафигарим сейчас. Ай, блин, сбили. А у меня как-то очень быстро хилка воспользовалась. Так оно воспал. Это типа глоток делает и все сразу. Нет, в плане очень быстро эффект произошел. Оп, мне пришили. Это ресет. Да, это ресет. Пропусти мультик-то. Значит, заходи, в следующий раз мы делаем наоборот. Я иду, ты идешь валить тогда этих гоблов, а я иду на толстых. Ну просто как бы идея какая? Моя так. Идея какая? Моя идея такая, что ты вообще без щита же, да? Ну да. Поэтому они тебе офигительно опасны. Что это? Что это, да? Полурослик. У нас нету сейва? Не, у нас есть сейв. У нас другой сейв есть. Ну и, собственно, ребят, мы к вам вернулись. Мы опять пойдем на том, что на месте, где мы сдохли. О, все ушла, отлично. В плане, вроде как, ну, вроде пули. Блин, Странно, она типа ушла в тень, потом вдруг раскрылась. Ну, пофиг, пусть она стреляет в первого гоблина просто. А, открой его. А, все. Вот он. Он, по-моему, на тебя спулился. А, да? Тогда я просто делаю шаг назад. Посмотрю. Эмоэн уведи. Подожди, он атакует. Это какой-то мой, теперь. Подожди, это мой агрится. Отходим. А он. Сейчас, он лукой. Я про это и говорю, потому что отходим. Ты
Блин, они не отходятся, что ли? Ну, недалеко, видимо. Блин. Толпа, что ли, попёрла? Они лукари. Лукари. Ну, я думаю, немножко попробуем их еще оттащить. Ну, окей. То есть я как бы, я же со щитом. Ну да. Мне не так страшно. Но они не хотят. Капец, как не хотят. Давай рашим тогда первого. Сейчас, погодь. А потом, потом отбегаем. Было скинуть? Нет, не надо, подожди. Я думаю, сейчас первого попробуем ляпнуть. Который верхний вот этот стоит? Ну да, который один стоит. Я на него бросаюсь, дальше посмотрим. Тут как бы уже толпа пошла. Это, то сейчас ты молнию считаешь? Нет, что? Блэс, ты не отходи далеко. Я переволновался. Хэ, давай отойдем. По-моему, бойня не актуальна, нас сейчас порвут. Так, ты там где? А, вижу тебя. Я могу уйти без проблем. Я просто думал, как бы тут швырнуть молнию так удачно. А, могу, давай я постою, подержу, типа они на меня поагрятся. О. Блин. Ой, подожди. Пауза, что ли? Да. Секунду. Одного убили, что ли? Да. Просто если одного убили, нужно найти, где его бастард. Вот чё. Вот, нашел. Чего нашел? Он, видишь, твоего персонажа? Чуть пониже него, пускай медленно, к хобо-гоблину. Между ним и персонажем есть лут. О, господи. Даже это не лут, это пальчик. Это лут. Сейчас, 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 вот. Камеру... Вот это насрать, да, я лучше отбегу нафиг. Давай просто отбежим, потом заберем. Побежали направо. Готов? Сейчас. Побежали у нас, блин, сейчас Блэс скинется. Ну и насрать. Блин, ну, Наварч, нажми. Я такой сейчас сделаю хитрый ход морковкой. Ну, я все забираю. Фига там денег. Да? 100 рублей. И Блэс еще не скинулся. Так, у них есть здоров. Я могу на одного из них кинуть расплав брони, который ему снимет... либо 6, либо 4 от брони. Да, не знаю. Я думаю, давай просто повоюем пока немножко. Я вообще еще живой совсем. Ну, это я вижу. У тебя там, потому что 3 хилки есть. Ну все, я, короче, бью. Давай. Оп, снес. Оп, я снес кого-то. Просто ошметки полетели. Давай. О, я вижу, что и броски, промах. Есть контакт. Попадание. Деньги. О, патрончики. Камушек. Денег пипец просто. Хэт, что ты не лутаешь? А, ну я как бы... Я все остальное, я всякую броню не забираю. Почему? Ведь денег же много. Они по одной две монеты стоят. Ну норм, у нас пока нет перевеса. Уже есть, да? Тут есть же этот, как его... Я говорю, пока нет перевеса. Вот шлемак, допустим, не интересен. А вот бастарда же он очень даже интересен, потому что... Нет, я имею в виду брать с собой. Нет, ну сейчас одеть... А, ты уже одел? Да, я, конечно. Он же от критов спасает, блин, ты чё? Ну да. Надо бастарда забрать, они что-то стоят. Пойдем так, глянем. Так, сейф. О, еще один смертник. Вот этого я уже не боюсь нифига. Ну чё, атакуем. Тем более он лукарь. Внизу еще а, один. Слушай, а габла теперь нету. Давай. 15 урона, норм. А, ты лутнул первый или нет? Нет. Я ж пошел. Кстати, тебе помогать. Я чё хочу? Я думаю, да я что ли возьму лук? Или как?
А, мне не дают взять. Надо есть хотя бы стрелы. Стрелы и эмоин можешь отдать. Лук короткий. Тут тоже лук короткий. Все луки короткие. Блин, если мы хотя бы что-нибудь охраняли тут, а? А, ну в принципе да, я могу просто лучше ей просто отдам и все. Так, что здесь ничего нету, да? Ну ничего, зато экспы. Mm-hmm. И, да и денег пипец мы сколько набрали, кстати. Сколько у нас там денег-то теперь? Считай, они свой инвентарь охраняли. Конечно. Они охраняли свой инвентарь, все норм. Ой, слушай, сейчас нам собак ведь на нас кинется. Которую мы сейчас не убивали. Мы-то убивали. Хотя да. Я честно не боюсь уже, все норм. Мы хоб-гоблина завалили сколько? Ну, вон, наверху она. Ага. Чач! Бедный гиберлинг. Гиберлинг, как она называется. Гиберлинги. Гиберлинги, да. Большой, так. Главное, гиберлинг. Ты не забывай, то, что нам надо бы пройти вниз и забрать алмаз из дерева. Нам нужно открыть всю карту, найти всех мобов. Это Уимон. Это у меня. Готов. Бегу. Ау. Ах, косой. А чё я не бью его? Ты что? 30? Я называю это правильным орком. А просто берешь и критуешь. Вот он. Хорошо вошло. Сила 19, это интересно. Ну да. Что за звуки, что а ты он делаешь? Как... Дай подлечился. А? А он ксарт с этим? Ну, я не знаю. Может, ты это диалог сделаешь, просто не будешь их брать? Да, и ладно. Ну, просто в том плане, ты там узнаешь. Мне вот этот больше интересен. А кто это? А, да, действительно, сегодня тяжелый день. У меня странные звуки всю ночь, а теперь толпы народа шатаются по лесу. Ты действительно выглядишь немного более гостеприимно, чем те двое, кого я до тебя встретил. Раз встречи, странник, меня зовут Колет. Держись подальше от меня, никому не поверю после событий с вчерашней ночи. На меня прямо на отца напали. Но не напали. Возможно, ты их встречал. Не можешь ли ты мне помочь? На меня и моего приемного отца накануне напали, теперь я не знаю, куда идти. Резня к северу отсюда должна быть последствием вашей мелкой стычки. Мне очень жаль, что ты попал в затруднительное положение, но я мало что могу сделать для тебя. Мне нечего посоветовать тебе, за исключением здравого смысла в некоторых наставлениях. К востоку отсюда ты найдешь перекресток. От него расположен Friendly Arm Inn. А к северу от него расположен Friendly Arm Inn. А к югу город Берегост. В обоих можно найти укрытие, хотя расценки во Friendly Arm Inn возможно лучше. Там также более дружелюбная атмосфера для юных странников. Держись поближе к дорогам, это безопаснее. Но это зависит от места, куда ты направляешься. Я не могу сопровождать тебя, но недалеко по дороге идет пара путешественников. Они могут предложить тебе помощь, но я бы побеспокоился о цене. Мне самому не понравилось, как они выглядят, но это не про этого. Поэтому я говорю, что нужно с ними переговорить, чтобы люди поняли. Если тебе нечего предложить мне, кроме наставления, у меня нет времени говорить с тобой. Оставь меня. Считай, что уже нашел это. Желаю удачи. Тебе она точно понадобится. Короче, лавфул ивильные персонажи решили, что они не будут брать плохих персонажей в партию, да? Ну, хрен знает. Я просто знаю то, что они нас потащат куда-то потом по своим квестам. Квесты равно опыт. Не, ну ты помнишь, что тут именно взаимоотношения, тут здесь нормальные. Чуваки начнут возмущаться, что эй, пошлите-ка туда-то. И к тому же, насколько я знаю, они будут конфликтовать с этими. Нет, это по-любому. С Джахерой и Халидом. Это по-любому.
Ну просто вы можете с ним поговорить, но потом сказать им, что, мол, я с тобой не пойду никуда. Можно взять у них все барахло и отпустить их гулять. Тоже вариант хороший. Блин. Я нашел Гиберлинга, сейчас я его убью. Извини, я его убил. Ну ничего страшного. Прощаю тебя на первый раз. Ого, мы какое количество, какую... У нас полностью вообще не открытая карта. Полкарты не открытые. Давай. Короче. Привет, довольно странное место для прогулок, да? Мой компаньон хочет тебе кое-что сказать. Аксар. Изумительный детеныш в лесу. У нас нет времени на твои проблемы, хотя мы можем тебе кое-что предложить. Мой соотечественник и я направляемся к Нашкилю. Наши цели тебя не касаются. Будет достаточно, если мы скажем тебе... что некоторые мои знакомые попросили меня исследовать причины нехватки железа. Если ты пойдешь с нами, дело найдется для тебя. Блин, на самом деле... Второй вариант. А, нет, выбирай первый, заберем все. Вот это третий. Глупец, да? Твои друзья не имеют отношения к нашим, отправляйся сам, найди... Надеемся, тебе повезет больше, чем до сих пор, скотина. Да, не прибудет где-то ночи... не будет ночи добра глупцам. Да будет с нами, с вами удача, она вам понадобится. А, черт, они ушли. Ты неправильный вариант, я говорю, первый вариант же был правильный. Да, нет, я к тому, что думаю, они все-таки, типа, скажем им, окей, мы пойдем, и они соединятся к нам, присоединятся. Чем там, говоришь, не открыли-то? Нижняя часть вообще вся черная. Ой, блин, я эту собаку нашел. А страшная? Ага, ужасный волк. Нет, оставь меня, Моин, блин. Сколько же у них хитов-то, блин? Пипец. Ну, тварюки очень много, за них к тому же очень много опыта дают. 13-14, блин, пипец. Я им вваливаю, блин, а так что значит, что-то не вваливаю. Ёшкин кот. Медведь? А, с медведем можно поговорить. Но медведя можно и убить. Медведь. Сейчас. Поспим. Блин, Гиберлинг появился. Экспо! Это такая, конечно, экс... 34, ну и чё, по десяточке на лицо, норм. Блин. Это ж самый натуральный ДНД. Надо еще 1000 на опыт. Ты смотри, на тебя сейчас медведь согрится. Он агрится, потому что... Согрится, я уйду от него. Чейз? Кто такой Чейз? Кто такой Чейз? Привет, я только что хотел сказать тебе, не подходи ближе, но ведь это никогда не срабатывает, правда? Что ж... Все же я должен выдержать стиль. Не подходи близко, или я прыгну! Да, ты меня слышал? Я это сделаю. Так что, не подходи ближе. Еще раз. И не пытайся остановить меня. Третий вариант я предлагаю просто. Ради бога, прыгай, если хочешь. Больше кислорода для... Не, я думал, то окей. Как ты можешь быть таким бессердечным? Я же здесь страдаю. Разве тебя не забудет мои нужды? Эмо. Нет, конечно же нет. Никому нет дела. Ни мамочки, ни папочки, ни Джевис. Готов поспорить, они были бы рады, если бы я исчез. Да я сказал бы, оказал бы ему услугу, но нет, я останусь жить только для того, чтобы досадить им. Я был самым скверным, эгоистичным и злым ребенком. На самом деле, мне не придется сильно меняться, но теперь я удовлетворен. Жизнь прекрасна. Чудеса психоанализа. Черт, он исчез. Ты зачем? Я хотел, пытался его убить. Хэ, давай не будем, а? Это ж приведет, как обычно. У нас так репутация, смотри, так себе. Ну, потому что мы ничего хорошего и ничего плохого пока не сделали. Так себе, это уже не очень репутация, по-моему. Так крадешь ты мимо этого медведя. Конечно, я стелс-мастер.
орк в полной броне. С здоровенным щитом и с бастардом. Все, вниз уже, вниз. Это наш великий воин. На запад крепости свечи. Господи. Кэндлкип. Да, как Кэндлкип мне б зовут, а? А, ну а как Кэндл, это же свеча. Ну да. Просто в голову не пришло, что... Ну как... Никогда не... Привык, что Кэндлкип — это Кэндлкип, да? А то, что он крепость свечи как-то... Слушай, а вот тут есть зона перехода. Но тебя все равно не пустят в Кэндлкип. Да, я, по-моему, проверял. Типа, все, мы должны идти спасать мир. А ты нижнюю часть открыл. Ну да, видимо, можем идти спокойно забирать гендерный пояс. Все, надеюсь, исцелились. А так 16 часов спали. Не, ну там же я еще ставил то, что я типа хиляю, кого мне заклинание восстанавливается. Знаю, знаю, поэтому 16. А ведь можно прямо здесь перейти, нет? Как? Ну да. Могила Гарайона. Перепутье. 12 часов пути. А где... А. В следующий раз, когда будем переходить, покажи мне, куда посмотреть, чтобы увидеть, что карта огромна. Эй, странник, погоди немного и снизойди до старика. Уже почти 10 дней на этой дороге не было ни души. И все это время я ни с кем не разговаривал. То есть ты тут 10 дней турчал, что ли? А я ждал с кем-нибудь поговорить. Ну да, в наше время путешествия отправляются либо сумасшедшие, либо отчаявшиеся люди. Если ты простишь мою бесцеремонность, могу ли поинтересоваться, каким из них ты относишься? К упоротым. Немного отчаяния, если быть честным. Ты случайно не знаешь дороги Friendly Army Inn? Мне говорили, что там я могу найти друзей. Это я знаю. Постоялый двор находится недалеко отсюда к северу. И его двери открыты для всех. Не сомневаюсь, что твои друзья там ждут с открытыми объятиями. Я сочувствую тебе во всех трудностях, которые ты можешь встретить на своем пути. Но я уверен, все вернется к лучшему. Ну, я уже потратил много того времени и сказал достаточно. Я должен идти, желаю тебе всего наилучшего. Или мистер свалил. Ну и в туман. Угу. Так, мы в какой части? Мы ровно посередине карты нашли. Перепутим. Ой. Что там у тебя? Вижу врага. Большой гиберлинк. Это Эмоин была. Теперь дырявый гиберлинк. Опа. Оп, кто бандит, такие? Бандит. Бандит, гиберлинк. А второй с гиберлингом, да? Блин, я засовиться не могу. Окей. Бандит ранжовый. Я, короче, на него бросаюсь сейчас, чтобы он не стрелял особо. У меня плюс 4. Почему он не попал, блин, с первого раза? Клочок волос, стрелы. У гиберлинга, да, что-то было. Угу. У кого-то что-то упер. Стрел может быть ровно 40. Да. Так, тут какой-то... непонятный аппендикс. Ты куда там убежал-то? Все, возвращаюсь. А. Кобальт. А, нет, кобальт, да. Ну да. Молодец, баба. А, такая, нормальный лучник. Ты подошел такой, встал, стоит, смотрит. Так, это берегост. А, у меня нету места уже. Человек какой-то. Ну, выкинь что-нибудь ненужное.
Ну или пойдем два раза сходим во Friendly Arm. Не, нам по-любому надо во Friendly Arm идти. А где человек, ты говоришь? А, ниже указателя. А, ну это просто... Не, ну он стоит. Я должен добраться до Берегоста, должен! Правитель Келдат должен узнать о дополнительных войсках, подтягивающихся к нему. Берегост должен быть укреплен на случай нападения Амна. Хотя Амн отрицает свои агрессивные намерения. Конечно, они отрицают, это змеи. Дай дорогу гонцу! Вот, мы должны проникнуться всем, что здесь происходит. Я потому что вообще нифига не помню историю. Ой. Опа. А, раздолбанная повозка. Караван. Два ящичка. Члены каравана встретили насильственную смерть, хотя явных признаков не видно, но вы предполагаете, что это к этому причастны бандиты. Забрал. И что, в ящик? Все. Там 7 монет всего было в двух ящиках. Да? Угу. Воу. Ксарт. Ксвар, кстати, опаснее, по-моему. А, хотя с волком они, блин. Так, тихо, какого хрена Эммон пошла в рукопашку? Может, у нее кончились стрелы? Ясно. У волка такой хреновенький, я этот... Вот этим на него... Волка можешь резать. Я вообще на Ксварта начал. Или типа волк, он лютый очень. Он лютый. Рыжий этот, да? Ага. К тому же я ему АЦ-шку снял. Ну да, я в него довольно сочно вошел так. А он все спокойный. Опа! Волк пробил твою защиту. Ни стыда, ни совести. Меня аж на 3 ранил, пипец вообще. Ужас. Гаденыш, на 16 за это. Опа! Конкретнее. Почитай. Итицкая сила. Но это ничего. Подожди, мое оружие не разрушилось, у меня нормальный меч. А, вот. Все, так, разрушилось. Но слава богу, я взял с собой запасных бастардов. Запасных бастардов? Ты знаешь, я тогда, пожалуй, не буду их все продавать. У меня 4 бастарда с собой. Кстати, да, это вот проблема первой части Baldur's Gate, это то, что оружие якобы подвержено коррозии из-за того, что нехватка железа из шахт Нашкила. Подожди, но это, по-моему, заканчивается, когда мы квест пройдем, да ведь? Нет, все равно это будет оставаться. А магическое так не разваливается? Нет, магическое не разваливается. Фу, слава богу, а то я кони двинул бы. Угу. Просто, прикинь, пока я найду там бастард нормальный, да, магический. И он развалит. Я нашел Ксварта. Я вижу. Я иду к вам. А вот они и вы. Все, атакуем. Атакуя. О, он побежал, он в панике. Ну, значит, потом его добьем. Да не, блин, за ним еще гонец надо. Норм. Так. А знаешь, как хреново, когда у Минска постоянно ломается чертов этот, как его, двуручник? Ну, как так же, как и у всех, так же хреново. Ну да. Еще. Ох, ёшкин кот, там еще с волком. Не, волк обычный. Но все равно с волком. Это ты где? А, блин, все норм. То я тебя не увидел, знаешь, вот так уже так стемнело немножко. И ты стоишь, и под тобой красный круг. Ну да, так есть бы. Такое. Попадай уже. По-моему, сейчас Эмоин всех перестреляет. У меня, по-моему, уже кончилось все, нет еще? Нет. Блин, пипец. Наконец-то. 32 урона! О, ты опять кританул? Да. Я извиняюсь, но я могу только критовать. Слушай, я знаешь, что смотрю? А там ведь, когда ты звездочки распределяешь... Там, когда владение одноручным оружием, да, две звезды — это 19-20 крит. Вместо 20 становится 19-20. А если я со щитом иду, у меня не будет этого крита? А ты себе что качал именно? Сейчас, погоди, я сейчас посмотрю, ты в профиль. У меня только полторашка вкачана вообще. А, ну у тебя... Нет, у тебя краска нормальная, у тебя один щит, то есть то, что тебе щит, ничего не дает. И ничего не отнимает. В смысле? Нет, то, что щит мне только АЦ дает. Это я себе смотрю. Ни хрена себе, у тебя полторашка! В плане полторашек, в смысле? Да, 4 целых. И 3 в инвентаре. Я имею в виду 4 звезды. А, да. Жесть. Тут я же должен вваливать, кто-то должен вваливать. А, ты же взял клирика. Ты же у нас обычный воин.
Да, я самый обычный воин. Простой вообще, без изысков. Я долго думал, остальные все не очень. Есть один крутой, но он как бы он не читерский. Он чисто магоубиватель. А, магоубиватель ты имеешь в виду? Но он называется антипаладин здесь. Ну да. Это самый крутой противо... Мое время на эти штуки. Шутки. Это я могу с тобой поговорить. Ты можешь со мной по скайпу поговорить. А, подожди, здесь огр. А, это он. Пойду убью его. Я уже атакую. Ну ладно. Я немножко помогу тебе. Наварыч. Я все, я иду уже, бутылку выпил. Он мне что, он по мне кританул, что ли? По тебе просто съездил своей булавой, как по мне, вот сейчас. Погоди. Конец ему. Опять на 30. Слушай, я по нему попадаю только критами. По-моему, если ты просто вообще попадаешь человеку, у тебя будет уже крит. Да ладно. Блин, опять. Эмон, лови пояса. Капец, блин, вообще. Бешеный чел. Бешеный. Не, на самом деле, просто у нас хитов мало. По мне попали-то один раз. Не, ну это как бы нормально. Вау. Это, блин, что? Молния. Ты сам в себя хренакнул молнией? Я не хреначил, она по мне ударила сама. Как так? Ну, громат вот, типа, мы там в железе ходим. Ладно, серьезно? Серьезно. А это было в обычной балде? Не знаю. Я всю жизнь, у меня ходили воины и встали. Ну, пожалуй, мы поспим. Капец какой-то, блин. Слушай, ты... Я не ожидал, честное слово. Ну, блин, как тут можно ждать? Ты идешь, тебе хренак по тебе молнии бьет. Ну, в дождь, все правильно, что было. Ну, в грозу даже, я бы сказал бы. Чума. Я обожаю эту игру. Ой, еще одна повозка. Еще одна повозка, да. Только она пустая. А, как... да, пустая. Оп. Ну это уже даже не страшно, уже привык уже. Чё все так заезжали? Реально, подникает только критами и бьет. И еще один скролл, блин. Мне нужен этот, блин. Мне нужно консту раскачать повыше еще. А, ты их тоже, по-моему, не раскачаешь. Не, ну какой-нибудь фитюлечкой. А. Там после 20-го по кору должны быть эти... Реген должен начаться, естественный. После 20-го? По-моему, на 20-м начинается. Ну, на 20-м, в смысле, 20 консты. А, 20 консты. Естественный реген. Ну да, и стройки, по-моему, этого все убрали. Да они там понамутили что-то. Ну, вроде пятерка ничёшная получилась. Пятерка? Такая, ну такая, она такая простая очень. Вообще четверка, Наварыч. Не, пятерка. Пятерки не существует. Ну она называется Next, как она называется? Есть 3, 3, 5 и есть 4. Ну, а следующая? Ну, не как знаю, есть там следующий или же нет. D&D Next. Есть. Да? Я про неё говорю. А ты не смотрел, что ли? Нет, ну, бред. Они что, ведь недавно четверку выпустили. Они четверку выпустили, да. А пятерка, она просто... Ну, она такая, она проще намного. Она проще и больше похожа на тройку. А. Хотя... Ты знаешь, мне такое ощущение, что она выбрала в себя лучшие из тройки и четверки. Как-то вот так. Но априори она стала проще, вот прям реально проще. Хрен знает. Мы играли, мы делали тестовую партию, играли. Я, кстати, магом даже играл. Что такое лежит тут? Где? Нет, мне показалось просто. Ого, молодец, Эмоин. Она скритовала. Ай, блин, да что ж меня волк постоянно кусает? Ты вкусняш. Он не хил так вкусняшу кусает.
Не зря ж ты взял лекаря. Ну вот, в общем, знаешь, довольно интересно получилось. То есть это именно такая система, чтобы не похардкорить, а чтобы, типа, вечером сесть поиграть, типа того. Mm. Мне кажется, очень удобно. Единственное, конечно, книги нужны, потому что, как обычно, информация есть, информации много. Информации мало. Нет, информации много в книге, в смысле. Если вы не зарождаете, постарайтесь говорить потише. В мире есть твари, которые слышат лучше вас. Слушай, я готов справиться со всем, что повстречаю. Хатбекует. Тебе бы не повредило узнать границы своих возможностей. Меня не волнует, насколько ты умелый воин или мощный чародей. Если ты встречаешься, спечешься под полуденным солнцем, не приняв соответствующих предосторожностей. Давай, двигай. Ты, может быть, и хочешь заранее вырыть себе могилу, но я не собираюсь делать ее с тобой. Делить с собой. Господи, ужас. Опять дождь начинается. Блин, опять мне сейчас молния будет хреначить. Может, он нас предупреждал, типа, что в этом направлении будет огр как раз? Ну, как раз он, по идее, должен тебе говорить то, что насчет огра. Ой, я нашел страшного рыжего зверя. Двоих. Один рыжий, другой серый. Ты через лево идешь? Да. Уходи наверх-то. А, я думал, что мне еще надо отойти назад немножко. Все, пора. А подожди, а ужасный волк это типа дайер, который? Ну да. 6 урона, и он всего лишь легко ранен, этот волк. Капец. Ты критически промазал. Я лошара вообще. А потом на 17 ему ввалил. Это меня чиркнуло. Ну да. Блин, я прям что-то скучаю по ДНД. Прям хоть иди играй. Ну вот, играем. Еще на 16 он еще жив? Ну это волк. Еще на 4 он еще жив. Да капец какой-то. Все, я думаю, там уже никого нет. Я просто, чтобы черных полос не оставалось. Да. А маленький сопляк. Я думаю, он просто лолка. Он тебя ножом пытается затырять. Но он дырочку не найдет в моем доспехе, я боюсь. Блин, да что ж такое-то? Че, я могу взять, кстати. У меня да ладно, я эмоин скинываю. После того, как я мечи переложил себе в слоты. А, ты в слоты все их поставил? Да. Теперь где ты их носишь, эти мечи? А, все, наверх пойдем, там уже тупик получается. А ты помнишь в феодаликах? Ну да. Слева за плечом, справа за плечом, на одном борту, на другом. Ну помнишь, как из-за этого вырастал этот перевес твой? А я вообще орк. Я орка, у меня конста 19. Угу. Надо не забывать главное. Сила 19 и конста 19. Это супер вообще. Гостиница «Дружеская рука» на севере. А, ты здесь до конца все открыл? Ну да. Нет, почти до конца. Ну, почти, ну там по идее ничего нету. Чуть-чуть осталось. Ну я добегу сейчас. И пойдем нормально. Сейчас раз такой мешок золота лежит. Ага, и дракон рядом. Маленький. Так, ты где? А, вы вот здесь, вот на тропинке. Бегу. Жаль, я, конечно, не этот, не варвар. А топ. Ну, а то бегал бы быстрее. А он бегает быстрее? Да, он заметно быстрее. Те самые 60 фунтов? Видимо, футов. Ну, футов, я не знаю. А в количестве я даже не скажу. Ну, смотри, можешь сейчас просто брать и крутить направо. Покажи. Направо? А, да. Вердуск, Эраебор, не знаю, Эверсьют, Сузаил, что это вообще не знаю, что это. Ты смотри, тут море открывается, черт возьми. Тут вообще море всё. Павших звезд, ну, ой, про эти тебе говорю. Силгаунд, что это такое, такого города даже не знаю. Я тоже. А это дополнения, наверное, какие-то. Ну да, вон Балда, Балдурсгейт, Балда. Кормер,
Подожди, а Кормер разве не на юге? Что-то я попутал тут. Так, а где Baldur's Gate? Baldur's Gate это вот здесь, вон, да, все понятно. Castle of Tethyr. Драконья тропа. Калим Дезерт. Калимпорт есть даже. Это откуда там все эти ассасины типа идут тут. Лен. Зисиспур, Миратма. Калим Дезерт. Да, вот он ваш Калимпорт. Шайнинг Си. Анвенсул Фор. Блин, я вообще не знаю дальше. Лейк оф Стим. Да, блин. Ладно, с богом, Хэт. Да. Friendly Arm In. И некромансер, который будет опять нас пугать. Ну, я думаю, сейчас, может, мы уже более готовы. Это мы уж, в принципе, смотрели. Ну, пусть, чтобы на прохождение, чтобы... Нельзя, будет. А его нельзя пропустить. Ну и ладно. Кстати, как писалось, по идее, чтобы пройти вот это вот, надо примерно 200-300 часов. Класс. То есть, ребят, у нас появился новый Skyrim. Skyrim проходится... Ну, как бы он вообще не проходит, там дофига всего, куда можно пойти и что-то сделать. Не, ну только если в этом плане. О, музыка играет такая, тум-ду-дум-ду-дум. Теперь не играет. А у меня как раз играет. А, играет тоже. Гостиница Дружественная рука. Главное, в баллисты наверху стоят. Ну да. Наша гостиница. Конечно, очевидно. Вот эта женщина, по-моему... Я слышал, что в Нашкеле можно сделать большие деньги. Люди в городе нужны наемники. По слухам, железные шахты Нашкела кишат монстрами. А поскольку шахты это основной источник дохода для города, его жители просто горят желанием вернуть все к старому. Значит, это не она. Тут какая-то барышня хочет, чтобы мы ей кольцо вернули. Так, ты сейвнулся? Извини меня, но мне кажется, что я узнаю тебя по описанию, которое мне дали. Ты ведь... Чего? Это что, убийца? Ты ведь Хэйди? Да нет. Да, меня так зовут. Я думаю, тебе известно, что многие тобой интересуются. Приходили мужчина и женщина, которые спрашивали о том, ком-то по имени Хэйди, и потом еще один ужасный парень интересовался тобой. Несколько дней назад приходил один большой человек, искавший тебя с твоим... человек с твоим именем. Я не знаю, почему ты так популярен, но я бы на твоем месте была бы поосторожнее. Очканул бы. Некоторые из этих людей не выглядят дружелюбно. Кто ж тут кольцо-то хочет? Эй, ты, пришелец, вы отлично проведете время в Friendly Arm Inn. Если не будете совать свой нос в дурное место Бентли и Геланы. Просто дружный совет как, таким, как вы. А кто эти Спаси, Бентли? Кто это, да, я потому что не знаю. А, муж и жена, они живут во Friendly Arm Inn столь долго, что никто уже не помнит точно. Бентли управляет баром, он... на постоялом дворе, а его жена — высшая священница в храме Гарлана, Златолучистого. Они действительно хорошие люди. Златолучистого? Да, Златолучистого. А Златолучистого? Я думал, Златолучистого. А, Златолучистого, да. Так, ну чё? Сейф? Сдвинули булки? Ну, как бы можно блэс накинуть, там, по идее, дает, ну, спас-бросок к страху. Сопротивление. Давай. Кидай, я рашу. На тебя подействовало. Просто тебя не сразу. Привет, друг! Я не видел тебя до сегодня, что привел тебя в Friendly Arm Inn. Третий! Я не твой друг, и дела не касаются... И мои дела касаются только меня. Да? Да. Как грубо, действительно, бла-бла-бла, короче, мочи его. Окей. Ой. А, тебя напугало? Походу. Убил его? Да. Красава. А что-то у него хитов вообще что ли не было? А, ну как бы там в него эму еще заряжало. Атакует атака. Подожди. Да нет, реально, посмотри. У него 12 хитов, да? Да. Знаешь, маг был.
Извещение о награде. Узнают все те, кто имеет злые намерения о том, что разыскивается Хэдди, приемный ребенок района. И за его голову назначена награда. Этого человека последний раз видели в районе Кендл-Кипа, и он должен быть убит немедленно. Тот, кто принесет доказательство смерти, получит не менее 200 монет. А как обычно, всякий, кто раскроет эти планы, силам закона подвергнется участи разыскиваемого. Во. Ничего там интересного не было на теле. А ну, ты что? Да, посох и заклиналки. Я хочу просто пробежаться, я не знаю, вдруг есть какой-нибудь лут есть по краям. Я 100 лет здесь не ходил. Блин, я так люблю всякие эти города. Хочу быть начальником города. Может, вот эта женщина? Не, к ней мы уже обращались. Она просто нас прошла там. Кстати, у нее должна быть... У нее имя должно быть. Да? По-моему, в этом дело. Не, ну это логично, как бы именно имя должно быть, да. Крестьянин, обыватель, крестьянин. Ты их на них наводишь, да? Да. А вот можно в дверь зайти. Крестьянин. Ну, у меня тут никого нет. Так, дверь. Крестьянин опять. Беру не в запас. Да ничего там он не сказал, короче. Ну да. Можно я пошаюсь по его ящикам? Я думаю, он будет не против. Я просто боюсь, как бы он не решил, что я вор. Ну, можно сделать вот так. Что, ты сохранил? Ну да. Потому что я ничего не взял, как бы. О, а я ее нашел. Да? Молодец. Эй, вы новенькие здесь, да? Я могу занять ваше время на минутку? Конечно, миледи, говорите. Какие манеры? О, мне нужны грубые руки для этого дела, поэтому оставьте свои пожалуйста и спасибо для дворян. Меня ограбили несколько хабгоблинов буквально рядом со стенами Ина. Я хочу, чтобы вы вернули мне мое. Они взяли мое кольцо и все, что я хочу. Это все, что хочу обратно. Вы сделаете это? А какова награда? Нет, у меня нету золота. Меня же ограбили, помните? Сделайте это от щедрости души. Пойдем. Ладно. Конечно. Спасибо вам! А я хотел сказать, что нет, давай деньги. Вы найдете этих существ к северу от Ина. Я клянусь, их почти видно из верхних комнат. Принесите мне мое кольцо, пожалуйста. Вы знаете его сразу, это кольцо из огневика, просто поразительное. Окей, а что у тебя в сундуках? Чё, они закрыты. Я тоже говорю, а что у тебя в сундуках? О, немножечко. Есть, отлично. Деньги? А, ожерелье, камушек, что-то такое. О. О, конечно, она бедная, у нее тут 7 золотых и... 7? Да. 7 это бедная, поверь мне. Так рада, как персонажи вообще не реагируют на нас. Ну, не все. На меня как-то раз стража бросилась. Да? Пойдем. Там я посмотрел дом уже. Продаваться и закупаться. На самом деле, думаю, действительно актуально эти хилки. Тем более тут они очень даже актуальны. Да, вот я просто говорю, реально очень актуальны. Опа. Саквояжик. Я мог смириться с тем, что в наши дни все дороги перекрыты. Мой дядя в Балдургейт, а я не могу поехать повидаться с ним. Балдургейт, блин. Да. Бандура. Балдурсгейт. Как дороги оказались перекрыты? Где ты был последние несколько месяцев? Дороги кишат разбойниками, бандитами, которые охотятся за каждой частичкой железа, которая есть на тебе. Должно быть, ты не избежал этого на своем пути, если, конечно, ты шел не по западной дороге. Мы как раз по западной шли. Почему до сих пор открыта западная дорога? Если бы дефицит книг, если было бы дефицит книг, то, уверяю тебе, дорога из Кендл-Кипа была бы самой опасной из них. Но этим парням нужны железо, так что они в основном промышляют вдоль больших торговых путей между Балдурсгейт и Ямоном. И смотри, что получится. Это самый постоялый двор находится в самой середине всего этого. Ну да.
ты там нашел такого? Он закрыт? Уже открыт. А, взломал его. Я здоровый же. Ну да, эти там, блин, сами эти открываются перед тобой. Да. О, потен, блин. В слот клади. Так не могу его, надо его взять из ящика для этого. О, хилку нашел. Кто нашел хилку? Ты? Я. Да. Я тоже нашел хилку. Надо было начать с продажи, конечно. Ну так иди. Ой. Сюда. А ты где вообще? Это что такое? Я на втором этаже, здесь ополченец пламенного кулака стоит. А. Двое. Но они ничего не нападают, не реагируют на меня. Не, ну как бы мы же ведь хорошие, а как ты на второй этаж поднялся? Вот тут лестница. Ой, ой, все. Стойте, воры арестованные! Ты что-то нажал? Нет. Ты убежал? А, ну да, я что-то не понял. Ну ладно. Пришел товар, так что я могу для вас сделать? Ладно, продавайся. Надо продаться. Ну, собственно, ребят, да, мы сейчас продадимся и уже вернемся к вам, но уже в следующей серии. Ну, а пока что с вами были Хэдди. Наварыч. Да, и мы дошли до Friendly Arms in Baldur's Gate. Ну, а пока что всем пока, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь, зайдите друзей, делайте добрые дела и оставляйте свои комментарии. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующих сериях. Всем пока. До новых серий, ребят. И до новых врывов. Удачи.